Друзья, всем привет! С вами канал Охотничье Братство. Выехал я в угодье для того, чтобы охотиться с легавыми собаками своими на перепелку. Время сейчас у нас 2 часа. Время у меня сегодня ограничено. Я буду охотиться, постараюсь до 5 часов успеть. Вот, потому что в дальнейшем мне идти нужно на работу. Вот. А что будет, смотрите дальше. Перепел появился. Вперед! Вперед! Вперед, Айра! Давай, давай, ищи! 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 Хорошо! Стой! Хорошо! Стой! 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 Хорошо! Вперед! Подай! Поискать, 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 поискать! Поискать, поищи, поищите. Поищи, поискать, поискать, поискать. Поискать, 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 поискать. Стой! Стой, стой, хорошо. Хорошо. Стой. Стой. Стойте. Тут, стой! 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 Дай! Дай, хорошо! Ай, это! Айра, Айра! Ай, молодцы! Ай, молодцы! Вот она, первая курочка! Самочка, ай, молодец, Айра, какая стойка была. Ай, молодец. Молодец, ай, молодец, хорошо. Хорошо, хорошо. Молодец, тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, хорошо, молодец. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ищи, 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 ищи. Вперед. Падай! Попала, попала, попала ей куда-то. Попала. Попала, попала. Попала. Лапка висела. Лапкой. О, бляха-муха. Ё-моё. Ё-моё. Ой-ой-ой. Надо бежать. А! Блин, перезарядиться надо будет. Рано-ка летает, это юбкерный бабай. Ищи, ищи. Ищи. Вперед! 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 Тихо, вот она, тихо. Стой! Хорошо, 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 молодец, стой, молодец, стой, 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 говорю. Маленько разбил, молодец, хорошо, голодай, хорошо, молодец, взяли мы, взяли. Еще одна перепелочка, вот такая вот. Хорошо. Из-под ног поднялась. Из-под ног. Вперед, поискать, 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 поискать. Стой, вперед. Ого. Вот, вот она, молодец. Хорошо, вот она, молодец. Ай, молодец. Вот она. Вот тут тихо, тихо. Варя, 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 Варя.
Вот он. Хорошо, молодцы. Хорошо. Ну, тоже курочка. Вот такая вот курочка. Красивая. Вот взрослая птица. Из-под ног поднялась. И шумовую бьем птицу. Потому что и так мало. Вот третья штука за сегодня. Фу, нашли. Молодцы. Молодцы. Опять Айра нашла. Молодец. Ну как опять? В тот раз Варя нашла. Потом опять Айра. И потом опять Айра. Ладно. Все, мы зарядились. Отличненько. Друзья, вот и закончилась наша охота. Это было действительно тяжелая охота. Весь мокрый. Собаки вон уставшие, пьют воду, приехал на пасеку. Ну, неподалеку как раз здесь с полем мы ходили, мы приехали на пасеку, вот, чтобы попоить собак. Вон, сейчас покажу вам. Айра до сих пор еще не отходила от ведра с водой, пьет. Ну, устали собачки, действительно, они поработали на славу. Птицы было немного, вот, причем всего подняли мы 4 штуки, вот. Первую подняла Айра ходом, то есть она шла и это, по следу, и птица поднялась далековато от меня, и мне стрельнуть было невозможно. Потом нашла перепелку Варя, но есть один нюанс, который вот присутствует на этом поле, что я заметил, мы не первый раз приезжали, я и до открытия приезжал подготавливать собак, здесь перепел не западает, то есть собака его находит, и то это время, пока собака стоит, пока я к ней подхожу, перепел начинает перемещаться. И достаточно далеко он перемещается, бывает метров на 50 убегает. И собаке приходится, то есть она встала в стойку, я подхожу, даю команду ей вперед или пиль. Она делает рывок и ничего не происходит. То есть птица не поднимается, она начинает крутиться, находит тропу и идет там дальше, идет на подтяжке. То есть вот так вот. Но это будет дальше, это все видно. То есть Варя находила, Айра дорабатывала. Вот так можно сказать. Вот. Ну, 3 штук мы взяли. Конечно, хотелось больше, но что есть, то есть. То есть результат налицо. Перепелочки достаточно хорошие. То есть уже такие, думаю, жирненькие, большие. То есть не маленькая птичка, не молодая еще. Вот. Так что классно было, все классно. Прогулялись, нагулялись, надышались. Собачки достаточно хорошо порадовали меня. Прям я очень доволен. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не сглазить. То есть охота была классная. Пиль, вперед! Стой! 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 Хорошо! Стой! 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 Вперед! 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 Стой! 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 Вот так вот, живая! О, какой перепел! Вот он, Айрочка! Айрочка! Девочка, вот он! Ко мне! Ко мне! Стой! Ко мне! Вот он! Вот он какой! Самец! Первый выстрел! Айра, ко мне! Ко мне! Молодец! Вот! Все! Фу! Все! Хорошо! Все, ищи! Пиль, вперед! Стой! Друзья, после долгих поисков все-таки поймали мы этого беглеца. Фу, вот он. Петушок, фу, какой
какой петушок. Вперед, 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 Айра, вперед, 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 девочка, вперед. Стоп! Стой! Хорошо. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне! Ко мне! Должна быть... О, вот она. Нашел. Вот она. Самочка. С выводком. Хорошая. Вперед! Стой! 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 Молодец! Стой! Стой! Вот она прошла его. Вот она. Айра, ко мне! Хорошо. Вот она, самочка. Ко мне! Блин, убегала-то, ё-моё, а! Пипец, а! Просто пипец, ребята. Вот такая вот. Вот самочка. Долго мы за ней шли, конечно, прям долго-долго, не хотела она. Ко мне, ко мне! Вперед! 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 Айра, вперед! Вперед! Стой! Стой! Стой, сказал! Стой! 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 Молодец. Хорошо. Ищи. Блин, ну хоть не разбил нафиг, а? Он достался и тоже прилично. Пиль! Вперед! 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 Вперед, давай, давай! Вперед! Иль! Ну вперед! Стой! 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 Молодец. Ко мне. Хорошо. Молодец. Хорошо. Хорошо. Все, пришли мы на место. Обратно на пасеку. Походили. Ну, не знаю, наверное, часа 4 точно мы ходили. Охота была на перепел, честно сказать, вообще обалденная. Я не ожидал, что столько будет перепела. Вот. Собачка отработала, ну, просто замечательно. Я сегодня брал только одну свою молодую собаку Айру, которая вот-вот будет исполниться ровно год. Варю оставил дома, вот, ну, решил просто попробовать с ней одной поохотиться. И прям очень доволен, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, просто очень по голове. Все, собака молодец, отработала замечательно. Находила
дичь подавала. Но подавала я, только она подала мне тетерева, конечно. Заснять тетерева, как сбил, не удалось, но остальные кадры, конечно, есть, все замечательно. В общей сложности два подведем итог, сколько чего и сколько я добыл. Добыл одного тетерева, 6 перепелов и 3 серых ворона. То есть я считаю вообще удачно. Пострелял, походил, погулял. Конечно, сейчас осень, начинает уже все желтеть. Такая красота просто неописуема. Романтика, ребят, романтика. Вот, но сейчас еду домой. Все, ребят, всем пока. Подписывайтесь на наш канал «Охотничье братство». Будьте с нами и всем ни пуха, ни пера. Пока.